С рабочим визитом в крае сейчас находится помощник президента Максим Орешкин. Вместе с руководителем региона Михаилом Катюковым он посетил два алюминиевых завода в регионе. Один из самых современных – это Богучанский и КРАС, который как раз готовится к модернизации. Помощнику президента показали технологии экологичного производства и площадку, где скоро начнется строительство новых цехов на месте устаревших. Сейчас проект масштабной перестройки находится на финальном этапе в главгосэкспертизе. После получения разрешения на строительство на КРАЗе начнутся полномасштабные работы, которые продлятся не меньше 6 лет. За это время половину старых корпусов снесут и построят 2 новых. По мощности они заменят 11 старых, построенных еще в 60-е годы. С 2027 года алюминий здесь будет выпускаться по всем новейшим экологическим требованиям. Сегодня это технология RA-550, которая отличается от всех технологий тем, что не самые незначительные выбросы. Будет высокоэкологичный, очень технологичный завод с очень качественной продукцией. Кроме того, делегация посетила алюминиевый завод «Русала», который находится в Богучанском районе. Он уже работает по принципу, который будет внедряться в Красноярске. И на сегодняшний день остается одним из самых экологичных производств. В Таежном построили детсады, школу, поликлинику. Но остро стоит транспортная проблема. В Кодинске работает единственный очень старый аэропорт. А треть трассы Канск-Богучаны гравийная. Ребята из рабочего совета завода передали Максиму Орешкину письмо на имя президента с просьбой оказать поддержку в решении этих вопросов.